От себя. Еще. Давай тридцатку. Чисто для инстаграмчика. Нет фокуса. Выше подними. Чуть-чуть выше. Нет, это вниз. Пацанам, я, блин, еще теряюсь сам. Ну, как бы ничего, в принципе. Высота 100 метров. Фокусируется, он не фокусируется. Фокусируется. За то, что трясется немножко, не фокусируется. Оп, есть фокус. А он... Это 36 иксов у тебя? Да. А давай чуток правее. Ага, вот туда, в уголок, видишь? Вот сюда? Да. Полетели? Да. Блять, комары! Да. Кстати. Снимаешь? Снимаю. Не мои эти слова вырезай. Вырезай. Почему 500 метров теперь, а не 250? Где? Где? 250, 258 высота. 500. Нет, а то какая-то фигня. Реально, у нас мы просто, мы это не программировали. Его реально нет. Но это скорость 21 км в час? Да, 26, 28. Блять, а что это может быть? Чуть-чуть прешь даже. Мы летаем, летим, ребята, спокойно, без нервов. А я его не вижу. Да, конечно, ты его уже. Вон, черт. Херово видишь. 500 метров мы отлетели. Блять, комары! Да ну, хотя бы без первого. Да, извините. Извините, товарищи эти, как их называется? Ютуберы. Телеслушатели. Телесмотрители. Видишь, чуть-чуть поворачиваешь и меняется немножко сигнал. А теперь зазумься на уголочек. Или вон на ту площадку. Вот на вот ту вот. Так, на сейчас какого? От нас, смотрите, от нас 632 метра. Ты можешь развернуть и назумить на нас? Не-не-не, вот на ту площадку лучше. Сейчас, вот на эту, площадку. На которую? Или какую? Да, вот сверху вот это вот. Я понял. Мы висим, правильно? Висим. Отлично. Чуток под... подкрутиться. Это теплотрасса. На поле, что там на поле? Конечно, трясет. 36 мегаватт. Ну, 36 иксов, это, конечно. Так, время от времени, как все, следите, пожалуйста, за батарейкой. Я 24,5. Ну, мы только 5 минут летим, вот время у нас сверху. А, 5.06? Угу, это от запуска, как только летим, стартовало. А это заборы пустая, это. Трясет. Угу, нет фокуса. С этим сделать, ничего не сделать. Может, кстати, линза грязная, не? Не-не-не, это не влияет. Даже я помню, когда-то видел видео, фотоаппарат тупо разбивали молотком линзу, вот так вот, фоткал, и только еле-еле какая-то черная точка была видна. То есть... Слушайте, ну, что вам сказать? Я не едят. И меня тоже не очень. Кто Володя у нас? А что вот это за штука? Давай едет заедем. Машина. Ага. Опускай камеру. Ну, можем обзориться, О, на машину наведись, интересно. Следи за машиной. Номера пусть прочитай. Нее, да, пусть у нее начнется паранойя. Это 13. Главное, не снимай Володю. Вот это... Отгонять от меня комаров. Знаешь, тут наркоманы какие-то. Стоит один этот. Что там еще мелкая стрелочка? Ты видишь какая-то рядом с основной? Да вижу. Да подожди, ну, давай на, мы... На давай хоум, со... она может, показывает там хрезает куда. Мы выбросим. Нет, тут же должен север показывать кто-то, а кто-то дом должен она показывать. Она крутится вообще как бы попало. Ой, туда. Что с ним не так? Что она на больших иксах херово как-то вообще? Ну потому что трясет. Не, она трясет. 700 метров. Что у нас за полоса? 700 метров в это. Давайте назад. Полоса. Давай, давай. Да? А есть автовозврат? Есть, не хочу. Давай назад. Разворачивайся. Знаете, где он? Да, вот там. Он вот там. Вот, видишь, вот этот угол, это где машина повернула, смотри. Вот, видишь, вот этот вон угол. Вон он висит, вон он висит. Вот он засек, вот. Ух ты, ёпта. Давай возвращайся, Володя. А, его отсюда почти. А, видно, видно. Разворачивайся назад, я тебе покажу, где мы. Вот он висит. Крутись потихонечку. По направлению, вот эта туча с гребешками, он над... Вторым или вторым гребешком. Между вторым и третьим гребешком. Нет, это четвертый гребешок слева. Так, еще. Маленький. Еще здесь будет тропинка.
И вот они мы. Подождите. Нет, вон. Это окружная. Покажите вот мне, стоим. Вот мы стоим. Покажите мне, где домой показывает стрелка. Не показывает. Она показывает. По идее большая, херня. Белая, вот, она сейчас горит вот. Да, она должна показывать. Но она горит все время вперед. Она когда мы повернуты были туда, сюда, она там что-то вот делает. А, нет, там же компас, я так понимаю, он такой, он на движение. Ни хера она не показывает. Она не показывает, значит, не забинденная. Значит, надо было этот нажать. Вот, возвращайся. Давай, где мы, ты видишь, похоже, вот наша посадка торцом упирается, вот вторит увеличь посадки. На нас, увеличь на нас, для интереса. Давай посмотрим, видно ли человеческие фигуры как бы в поле. Вот 600, 650 метров, зумай. Зумируй на нас, остановись, не лети. Сталависта, бэби, зум. 600, ну его сносит, потому что было там... По-моему, тоже сносит. Чуть выше поднимет. Пацаны, давайте, наверное, домой, блин. Ну, вот мы. Видно человеческие фигуры. Ну. Камуфляжа уже будет не сильно видно. Ну давай это. Ну да. Все, отзумливайся назад и возвращайся. Потом мы побалуемся этой херней всей. Все, ты летишь. Отлично. Ну это видно по холму, да. А, ну и этот горизонт это поднимается. Видно, видишь, у тебя горизонт поднимается. Горизонты и двигаются полосы на. Так он боком летит. Видите, не, видите? Нормально. Ну, чуть-чуть. Боком он летит. Потому что видите, я его тяну только чисто, ну, прямо. Ну, его сносят направо. Так, а где он? А, вон видно. Вон он, да. Опускайся. Опускаюсь, я опускаюсь. Он опускается. Ну, кстати, 41 км в час. Это, я так понимаю, не максимум. Да, это да. Выжать можно было для гонок больше. Давай пониже. То есть, получается, где-то с 80 метров его начинает слышно быть. Тормози его. Опускай. Куда мы его сажаем? На траву можем посадить. Можно. Давай в руки, хочешь? Нет. Давай пониже только это все делай. На травку. Девять GPS-а внушил. А, кстати, вы включили GPS-трекер? Бежаешь. Я первым делом. Садись. Да опусти ниже. Чего же ты такого вниз так обанулишь? Мне страшно. Слушайте, ну скотины, комары. Стоп. Хорошо, виси. Давай на дорожку. Да не резко только. Да не ссыте. Да ну блин. Так резко его, блин. У нас, ссыте. Знаешь, сразу... Ты дергал, у нас сразу жим вверх. Тушил. Потушил.